Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной выпуск чемпионата, ну так сказать, чемпионат Европы по футболу 2016 в Revolution Soccer 6. Сегодня наш матч против Уэльса. Посмотрим, что у нас с футболистами. Наверное, парочку замен я на свое усмотрение сделаю. Ну, Гилс это типа Гикс. Такой интересный составчик сборной. Допустим, мы Александра Кержакова. Сборная Уэльс в центральном круге разыгрывает матч. После первого матча, который мы выиграли 3-0, мы имеем все шансы на выход из группы даже с первого места. Для этого нам нужно обыграть и сегодня Уэльс, и следующий матч сборной в Англии. И вот на атаку сборной России Кержаков. Александр не забивает свой хороший суперский момент. Главы сборной России, подача. И да, мы забиваем быстрый гол. Пятая минута, и сборная России выходит вперед. Отличное начало. И Уэльс понимает, что им для того, чтобы продолжать борьбу на турнире, нужно забивать сборную России. Пока Марат Измайлов по флангу. И неплохо Измайлов, и навес, и... Нет, отлично действует оборона уэльской сборной. Будянский. Сашка Рязанцев не попадает. Точнее, попадает не только в защитника. А Марат Измайлов теряет мяч. И сборная Уэльс имеет шанс на атаку. Но они как-то делают перебасовку в центре поля. И вот, сейчас будет атака по флангу. Прорывается, и никто его не встречает, по сути. Агнашевич тут легонько касается мяч, и могли сейчас тут чудеса на виражах у нас получиться. Но пока мы отбились, и атакуем. И штрафной. Еще желтый будет. Ну что? Ну, тему со штрафными все, наверное, уже помнят. Вратарь упал. Но мяч точно пришел в лоб защитника сборной Уэльса. А пока Будянский. Витя пробить. Но Виктор. У него удар не получился. Его точно перехватил уэльский защитник. А пока Рязанцев. И Симак. И 2-0. Ну, как-то сегодняшний матч еще легче проходит, чем предыдущий против сборной Словакии. Там мы долго мучились и еле вскрыли в какой-то мере оборону сборной Словакии. А сегодня уже еще середина, так сказать, первого тайма, а сборная Уэльс проигрывает со счетом 0-2. Ну и нужно нам тоже расслабляться. История футбола знает много случаев, когда вот эта расслабленность и недооценка соперника приводит к трагическим последствиям. Нам нужно и стукнуть разочек, дальний удар, и угловой удар. Неплохо пробил, Рязанцев подает, но
Защитники выносят мяч и аут в нашу пользу. Сергей Симак. Подача и блестяще выносит на нашего футболиста мяч. Защитник. И хороший удар исполнения Рязанцева. Но Пон Джойлс, как его тут зовут, забирает точный мяч. Киржаков в офсайде. Хочу сегодня еще Рому Павлюченко выпустить. Все мы помним Романа Павлюченко и его подвиг в московском матче со сборной Англии. Повторит ли он подвиг, если будет играть в матче со сборной Англии? Ну не знаю, посмотрим. Пока Марат Измайлов. Киржаков. Симак. Еременко теряет мяч. Симак отлично тут в прессинг вступил. Еременко не точен. Вот-вот. Подходит к концу первый тайм. Осталось буквально 3 минутки. А сборная Уэльса в атаке. Игнашевич подчищает этот эпизод. Неточный пас на Киржакова. И тут офсайд. И РЛ Тоу. И то не попадает даже, несмотря на офсайд. Березуцкий. И пас на Еременко. Да что ж такое. Не проходит пас от Еременко. Ну что хочу сказать, неплохо сборная провела первый тайм. Практически ничего я не создал, то Уэльс я и не помню моментов. А вот у сборной России было предостаточно моментов, которые она реализовала в два забитых гола. И Киржаков навес сейчас и 3-0. Конец первого тайма и мы грабим сборную Уэльса. И так бы летом во Франции, ну а пока только помечтаем об этом. Уэльс проводит атаку. Непонятно за тишину, но может сейчас будет навес и удар, давайте не будем даже мешать. Да, мы не помешали, он тупо в нас попал. 3-0 после первого тайма и, не знаю, сборная Уэльса с такой игрой по большому счету. 8 ударов, 8 створ. Полное преимущество, кроме владения мячом. Пытались пройти из центра поля. Думали, сборная Уэльса расслабилась, но они не дали нам это сделать. Измайлов с мячом. Как тут нагло Измайлов прошел. И... А, угловой. Чуть не сказал аут. Рома Еременко подает и... Денский на это выше ворот. В этой игре чем прекрасны дальние удары, наверное, раз мяч может так на ногу блестяще попасть, что такие шедевры бывают. Сборная России в атаке и нет. Здесь на аут будет бросать сборная Уэльса. Ну, может быть, хоть что-то создадут валийские футболисты. А пока атака сборной России. Мне
мяч теряем, но там, кажется, штрафной, да, штрафной. И удар выше ворот. Пон Джайлс. Звучит как заклинание. Кержа. Кулов опасно был-то. Я думаю, не дойдет мяч. Так легонько, смотрите, катился. Тут защитник что-то затупил, и Кержаков опередил его. Блестяще было. Но Кержаков не захотел забивать. Он добродушный малый. Говорит, зачем наказывать сборную Уэльса за такие подарки? Шутки шутками, а я уважаю Сани Кержакова, которого по определенным причинам не может играть за родной питерский «Зенит». И тут могли еще забить, но я тупо не использовал свой момент. Ну и давайте, наверное, еще одну атаку проведем и парочку, а то... Так сказать, это надо реализовывать. Да, и давайте сменим. В принципе, себя можно поменять, но все, выпустим Рому Павличенко. Выпустим моего любимого футболиста Андрея Аршавина. Да, даже выпустим его так еще полузащитником. И на левый фланг выпустим Жиркова. Все три замены я использую. И посмотрим, что у нас сделает Рома Павличенко и Андрей Аршавин. И тут, а тут, тут штрафной. И снова штрафной в пользу сборной Уэльса. Мартин уже доходит, доходит. И он даже бьет по нашим воротам. Точнее, в их сторону. До ворот там, наверное, метр вниз, метр правее, метр левее. Березуцкий пас на Измайлова и Аршавин. Помните эту фифу? И Аршавин, и он может! И он... Тут Рома мяч отняли. Я бы даже сказал, немножко жестковато, но... Я буду делать то, что говорили комментаторы ФИФИ, когда мяч будет приходить к Аршавину. И мяч, как назло, не приходит к Аршавину. Хотел сказать, сборная Уэльса проводит опасную атаку, но они что-то и загубили. А пока с мячом Павличенко. Ну, Роман. И тут, да, просто угловой будет. И Жирков пошел подавать. И Павличенко мог. И снова будет сейчас угловой. Пока ничего не буду говорить, это всего лишь угловой. И это Аршавин, и он может. И это Жирков, и он в «Зените» сейчас. Да ё-моё, да... Вот это бесит. И это Аршавин, и он может. Вот сейчас, да, сейчас, наверное, кого-то раздражает этой фразой 500 раз подряд. Но, блин, когда играешь в FIFA, и ты реально понимаешь, что для того или иного... Сейчас Уэльса опасно атаковал. И, конечно, эту фразу 100-500 раз говорят, и больше ничего нет, но это реально раздражает. Вот сейчас FIFA 16, их любимая фраза при счете 2-0. 2-0, самый нелюбимый счет этого Фабио Капелло. Ну и что? И тут супер дриблинг, теряем мяч. Ну, остались последние минутки. Что хочу сказать, мы плодотворно провели весь матч. Первый тайм был
поактивнее во втором. Моменты были, но Уэльс здесь стал надежнее в обороне. И как-то нам ничего не дали создать. Вот видите, надежно действуют защитники. И перед последним матчем в группе, который будет решать, кто займет первое место, ну и нужно... Да ёперный театр. Ну вот как он не забил? Вот объясните мне. Вот смотрите, выход один на один. Все, обыграл. Все, ну кати. Ну, выше перекладины. Да, могли сейчас разницу голов еще супер сделать, но не везет. Не везет, так не везет. Я писал правее. Но Симак решил дать на ход мне, и я вступаю так вот. И сборная Уэльса улетает с турниром. А мы что-то как-то не особо радостные. А хотя у меня, смотрите, мы ликуем. А что мы ликуем? А то, что мы уже вышли, в любом случае. Как сыграли англичане, это больше сейчас интересует. Тут пан... Ух, сколько у меня этих. Вообще Словакия уничтожила. Франция, Румыния. Понятно. Да, Англия вообще 13-0. Короче, этим будут решать сами. Польша. Чё-то здесь вообще кто? А вот. Группа Е, где шведы хотя бы поборолись. Смотрите, вообще нет. 0-0-0-0-0. Супер вообще. Вообще настройки. Главный игрок. Супер. Ну и сегодня это все. Был с вами Андрю Файв. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, ставьте лайки. Пока-пока.